Что это такое? Я принял тебя. Дальше меня. Артиллерия, огонь. Миша, откуда работаешь? С опытом. Попадите в аэропорту. Что происходит сейчас? Миномет я успел. Что было? Ну вот так, миномет я буду сейчас на пункт обыска. На видимом расстоянии 6 километров. Миномет я успел по моей позиции в аэропорту. На подавление аэропорта. На ее силе. Откуда? На зеленый пункт обыска. Лево, лево, ломите. Они проводят как смягченная работа, передвижной миномет. Я делаю несколько выстрелов и исчезнут. Если успеют, конечно. Если повезет, то исчезнут. Не повезет, не исчезнут. Вы там меня сами слышали, пока что происходит. Спасибо. Масик, масик на связь. Так, вы работаете на подавление? Я принял. Это был целеустремленный удар по моим позициям в аэропорту, где находится Спарта и Сомали и Восток. Это понятно? Я вам еще раз, ни окоп перемирия нет. Вы сами прекрасно слышали сейчас. Если мы сейчас бы оказались на наших позициях, может быть, кто-то и был бы ранен в данный момент. Как отвечает ополчение? Что делаете? Будем работать на подавление. Извините, ребят, нужно работать. Товарищ генерал! Товарищ генерал, со стороны опыта по шахте Октябрьской. Работайте на подавление, не останавливайте. Огонь, огонь.